И она туда одна, все утро. Вот здесь она и наловила. 5 штук поймала. Воробушки бедные. Доедает их. Дерево грохнулось от бури. И они его не покинули. Потом скворечники отремонтировать надо. А там второй лежит, он рядом, видишь? Да, вижу. И одного съела. Это минимум она, ну, 5, обычно 5. Настоящая кошка растет. Не стала прятаться никуда. Я белая, да. У меня белая там. Балаши. Белая, белая, ко мне. Ну-ка, иди сюда. Белая, белая. Где белая? Ну-ка. Она должна прийти. Скорее иди, скорее. Где она? Белая, белая, где она? Нету. Белая, 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 белая. Она легла спать. Потом найдет. Кошки какие, каждый день лечим, что-то с ней есть. Говорят, укусил ее, может быть, ежик проткнул. А это вокруг ходит, там же лежал, а я убрал его. Интересно как. Посмотри там, пройди, как они правильно кладут, нет? И объясни все. Что должна быть вертикальная эта стенка подниматься. И потом послать обои сюда, туда, чтобы они попрыгали. Буска, 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 буска. Ну, проверка идет. Так. Вот мы дрова напилили вчера. Залез первый, помоги ему залезти. И вдвоем за руки возьмите, потопчите. Давай. Залезешь, нет? Ну-ка, Никита, возьми, как ты вчера там отплясывал. Во, а тут еще одна, один скворечник был. Так у него матрас у этого, у воробья, 20 сантиметров толщины. Как он любит своих воробят, это гнездо было. У скворца как попало, а у голубя вообще ни перышка бывает нет. Ну, за руки возьмитесь и вдвоем утолочь. Вот, Егор, где твой вес нужен. Ну-ка, попрыгайте вместе. За руки возьмитесь. Вместе опасно. Да ничего, она бы не будет никуда. Никита, отпустить рукой. Она нормально держится. Давайте вместе. Довоните. Прыгаем. Прыгай, прыгай. Прыгаем. Отлично. Разучился прыгать? Ну да, как? Разучился. Все. Вот так. Тусь она пускай пока гниет. А при нужде можно будет взять. Сейчас топором, Никита, обруби вот это все. И сразу у вас сдвинется. Вот смотри, сколько здесь. Фактически это вот один настоящий. Из-за нее пришлось поломанные яблони. Вон это у нас бузина свалит и акация. Вот это от яблони все. Клади как следует, это правильно. Вот эти вот поднять надо будет. Давай-ка вот так положим. Вот так вот. Никита, глянь сюда. Несколько штук положите вот так вот. Хорошо. На этом уровне. Хорошо. Тут 5 положите, и у вас здесь будет нормально. Давай.
И вот она на них будет лежать. Давай еще. Парень здоровый, но тебе пахать надо. Две тащит или одна такая? Вот теперь у вас сверху пойдет выше, держаться будет. Вот на эти упрется. Давай. Подноси, а я буду ложить. Ну, теперь клади. Теперь вот так можешь ложить. Вот на сих пор. Это культура лесопользования. Все должно быть подобрано, заметено под метелку. А потом, Володя, раскопай вот эти вот поглубже, маленько, и спили на уровень земли. Все. Пойдем. Если что будем делать. Покажем. Малинку взял. Я не мог подумать, что там воробьи все еще есть. Малинка поспела. А? Малинка поспела. Сорок сантиметров на 25. Пенек. Обтесал его. И там живут скворцы, воробьи. А вчера лески тут сломали, и как сломали. Это хорошо, что лески там полетели. Володя нашел у нее сбоку и со стороны сзади. Все. Теперь новые сегодня сделали. Это пойдет на тот дом. Пожалуйста, просверли дырки, два гвоздя и еще и проволока. Тут проволока что-то у тебя слабо. Нет, вот. Я вторые еще. А, вторые делаешь. Да. Ну вот такое дело. Все. Давай. Вот я пока разобрал. Вот видишь, подняли жерди. Совсем мало осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А было 21. 11 жердей уже ушло на дело. А тут береза лежит. Удивительное дело. Целая. Она из нее обрешетку делает, где продувает. Она вечная стоит. А в сыром она не терпит. Ну все тогда. Ладно. Что-то шарик залез на конуру. Он встает на дыбы и смотрит, коров когда гонит. Все хорошее дело. Шарик. Ну все, ладно. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Слава.